Добрый вечер, дорогие друзья. Вот патриот. А вот дорога. Все-таки хочу я по этой дороге проехать вперед, насколько это возможно. В прошлый раз я тут закопался так знатно. Пришлось мне лопату доставать, раскапывать. Ну вот, собственно говоря, все-таки попытаюсь туда пробиться. Вот, снег сейчас плотный достаточно, вот, но глубокий. Вот, как видите. Вот. Короче, 0 градусов на третьей пониженной. Буду пытаться туда пробивать дорогу. Вот. Идем в машину. Так. Небо сегодня красивое, звезды. Даже, наверное, вот видно я сейчас вот. Да, вот видите, сверкает. Так. Все. Вот видите, внедорожный режим включен. 4L. Вот. И вперед. Так, поехали. Третья пониженная. Буду действовать на этот раз аккуратно. Ощупью, так скажем. Ощупью буду продвигаться. Так, вот видите. Ну, в принципе, я думаю, что можно, наверное... Можно, наверное, и побыстрее. Вот сейчас продвинулся подальше, подальше. Нормально, я думаю, что пройдем. Вряд ли закопаемся. Так, поехали. Может, наверное, вторую пониженную включить. Так, проверим. Назад. Да не, ничего так, вроде бы. Вроде бы движемся. Так. Оффроуд, короче, сегодня. Вот. Тут вот поглубже снег пошел почему-то. Вот стало труднее чувствуется. Я сейчас аккуратно попробую протаптывать дорогу. То есть, короче, решил я стратегию выбрать вот так вот потихоньку накатывать, чтобы не застрять. Резина-то у нас шоссейная. Вот. Да и плюсовая температура. Поэтому я думаю, что можно легко закопаться будет. Ух ты. Вот сейчас колесо правое провалилось глубже. О, видите, там вот сантиметров, наверное, на 40. Вот. Ну вот сейчас и начинается, наверное, самое интересное с этого момента. Поехали. Ночью, кстати, как кто-то верно заметил, действительно видно лучше все, потому что днем это все сливается, солнечный свет слепит, вот, и не очень хорошо. Видно нюансы. Глубину снежного покрова особенно днем плохо снимать. Короче, наученный прошлым опытом горьким, я стал действовать аккуратней. Вот смотрите, видите, как глубоко? Какой глубокий снег. Немножко надо взять влево. Ух ты! О,
вообще проваливается. Шина проваливается. Вот, нифига себе. Совсем глубина. Уже бампером, по-моему, я достаю. Сейчас проверим. Смотрю. Хотя не факт. Сейчас выйду, посмотрю, немножко отъеду. Включу подсветку. Вот, и посмотрим, насколько глубоко. Так, сейчас подсветка. О. И вперед. А, блин, глубокий. Бампером, не бампером? Да, наверное, нет. Мостом. О, видите? Ну-ка. А там? Да, мостом грибу. А демпфер, как видите, не достает. Вот он. Вот мостом борозда пропахана. Вот. Ну что, попробуем дальше пробираться. Даже интересно. О, кстати, наст. Я вот прошел, не провалился. Так, ну я думаю, интересный ролик получится. Так. С видом от первого лица. Снаружи сейчас бесполезно ставить камеру. Так. Так, гребет потихоньку. Вот. Буду аккуратненько протаптывать, как я уже сказал. Что я хочу научиться. Понять, почувствовать машину на бездорожье. На трассе-то я уже хорошо, уверенно себя чувствую. Хотя изначально уверенно себя чувствовал на ней. Адаптация очень быстро прошла габаритом. Что машина управляется хорошо. Ну вот, вполне предсказуемая. Ну и, соответственно, ничего такого необычного нет. Так, вот сейчас вот аккуратно надо. Моя ошибка в прошлый раз была в том, что вот я резко дал по газам, передок поднялся и бухнулся вниз. И колеса-то как бы закопались. Вот, не знаю, как-то лучше объяснить. Вот, ну, короче, я думаю, понятно. И в итоге, вот видите, вот там, наверное, даже видно, холмик такой образовался. Поэтому надо двигаться, да, с постоянной скоростью. И аккуратненько. Вот. Вот, блин. Вообще снег глубокий. Вообще глубоко. Сейчас попробую первую пониженную и аккуратненько. Тут вот. Вот, пошел. Пошел. Так, сильно не буду. Еще раз назад. Вот еще метр отвоевал. За трактором идти далеко, поэтому я буду аккуратно. Вот. Ну вот, в общем, вот смотрите, видите. Лезем потихоньку. Задевают кузовом справа. Смотрите, вот. Вот видите, какая глубина снега. Я думаю, надо немножечко, наверное, взять правее. Вот так вот. Вот таким вот образом. А теперь с этой стороны стало задевать.
Так. Еще раз. Машина довольно-таки уверенно себя ведет, надо сказать. Вот вообще без проблем. Вот, видимо, опа, закапываться начал. Вот сейчас надо быть аккуратным, потому что есть шанс застрять. Придется опять лопату в руки брать. А я перчатки дома забыл. Вот видите, вот назад я уже все. Так. Буду на скорости сейчас пробиваться. Так, надо посмотреть, выйти. Я там, по-моему, куда-то не туда еду. К сожалению, плохо мне видно. Темно. Так, давайте посмотрим, в чем там дело. Так, по насту аккуратненько. Пойдем, учем. Смотрите, вот глубина нижнего покрова. Так, и здесь вот я, да, я не туда еду. Опа. Я еду не туда и задеваю бампером. Вот видите, вот я выправил здесь вот направление. Вот. Смотрите, глубина снега. Вот машина идет. Так, поехали. Ну, наверное, дальше лезть не буду, потому что там подъем начинается, не подъем, а спуск, вернее, и есть шанс оттуда не выбраться. Вот, было бы дело днем, это одно, но перед сном, на ночь глядя, что я не хочу здесь сидеть, машину раскапывать. Так что вот. Так, значит, сейчас нам надо брать правее. Включаю подсветку. Значит, буду брать правее. Не забыть. Все, вперед. Чтобы нам в старую колею, блин, в старую колею, чтобы попасть. Но машина скатывается. Не дает. Так, сейчас я вообще могу в снег зайти. Не, все-таки, наверное, вперед немножко. И буду выворачивать. Так, буду новую колею пробивать. Так, вот так вот. Вот. Типа того. Задом, конечно, сюда выезжать не фонтан совсем. Так. Что-то не то. Что-то не то. Ее, короче, сносит сюда вот. И в принципе, я думаю, что сейчас пробьемся, я в старую колею просто попадаю, и все. И немножко осталось. Вот она, перемычка. То есть я сейчас сюда вот и должен выйти. Так. Будем пробовать. Я вам попытаюсь сейчас в зеркало
зеркала заднего вида, это все показать, что я буду делать. В общем, вот, смотрите. Так, видно, не видно? Плохо видно, вот здесь вот, наверное, это... Так, как бы показать, вот. В общем, вот, поехал и с разгону сейчас, вот так вот, во. Вот, 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 вот. Вот оно. Вот оно. Сейчас мы, думаю, что выскочим. Ага. Ну, почти. Почти. Сейчас еще раз. Так. Блин, скатывается скользко. Сносит, короче, влево. Ой, не влево, вправо. Не то я говорю. Брать-то надо было левее. Во, ребят, все. Все, 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 все. Сейчас выйдем. О, видите? Смотрите. Вот, все. Давайте я вам покажу. Я думаю, нормально. Сегодня. Я, по крайней мере, получил удовольствие. Вот, смотрите. О. Глубина. О. Цепляло мостом. Можно бы и съехать было, но, блин, ну, очково. Вот здесь вот совсем, здесь совсем глубоко. Как видите, вот смотрите, о, какая глубина. О, какая глубина снега. Вот такая вот машина. Вообще класс. Просто класс. И вот я до сюда вот ехал. Вот до сюда я ехал. Вот. Здесь все. Уперся. И дальше там еще кусты, вон, как видите, начинаются. В общем, вот. Зимний опрод. Продолжаем. Пока еще снег есть. Все, нормально пропахал. Короче. Ой, блин, проваливаюсь. Заканчиваю. Пора домой. В ванну и спать. Адреналина я получил. Все, ребят, давайте, всем пока, спокойной ночи и до новых встреч.